Добрый день, друзья! Потеплела уже весна. Сегодня я открываю очередную траншею с инжирами, которые были укрыты на зиму. Вот. Сейчас посмотрим, как они перезимовали. Видите, у меня тут металлические были. Металл, и прикрыто все это. Ну, пока открою часть. Так, раз. Два. Так. Ну, что тут можно смотреть? Давайте так. Хотел бы... А, далеко. Еще надо одну открыть. Здесь... Ну, вот я могу просто вот... Визуально вижу, что почки зеленые. Также вот зеленая, полностью зеленая древесина. На вот этих вот, сейчас я еще одну открою. Одну. Вот так. Вот, посмотрите. Это побеги, которые я оставил для первого урожая. То есть не на рожки обрезал на 2-3 почки, а уложил длинную. Теперь вот здесь вот бреба появится. Посмотрите. Верхушечные почки и все вот эти остальные зеленые. Прекрасно перезимовало. Даже вот плодик есть бребы. Ну и как видите, ни одна мыша здесь не бегала, не ползала. Почему? Потому что осенью я убрал все растительные остатки. То есть мышам не было места, не было... Из чего делать, создавать свои гнезда. И поэтому их здесь не было. А, ну, как я и рассказал, значит, я обрезал. Это у меня горизонтальный кордон. Вот посмотрите сюда. Видите, на 2-3 почки здесь начнут расти побеги. Я их прорежу, оставлю на 10-15 сантиметров между ними. А вот эти, как я говорил, длинные однолетние прошлогодние побеги. Два побега я уложил для того, чтобы получить бребу, первый урожай. А на этих побегах, которые вырастут, будет уже урожай второй. То есть конец августа, сентябрь. Это у меня браундуркой. Ну вот, в принципе, перезимовкой я доволен. Сейчас вот эти вот открою до конца траншею и укрою ее агротканью. Полоска агроткани будет полностью укрыта. То есть это защита от возвратных заморозков, которые могут быть еще весной. И количество тепла будет увеличиваться. То есть это будет, скажем так, ускорение, забег в развитии. Они быстрее, побеги будут развиваться. И в конце мая, где-то вот на полтора месяца я укрою. И в конце мая я агроткань сниму и оставлю развиваться кусты уже под открытым солнышком. Все, друзья, успехов вам и всего хорошего. До новых встреч!